Рассказывай, что там, какие новости. Ну, мам, да, у нас Дима стал матные слова говорить. Ой, как надеюсь, ты не боишься? Нет. Я просто говорю, я сейчас воспитателю, пожалуй. Правильно, да. А и он что на это? Он говорит, а мне все равно на тебя. Сам не хотел в школу без меня идти, а сейчас уже... Да-да, у нас была такая история, он в том году, он потому что такой высокий, он чуть постарше их, получается, на полгода, и он в том году должен был идти в школу. Да. Ну, уже все, прошел дошколку, собрали все документы, вот эти карту прошли. Да. И летом принимается решение, сказал, нет, я без Насти не пойду. Они с малыша, ну, вот это вот, да, в саду как-то вот особо было. Ну, его оставили родители, а вот сейчас он совсем вырос. Зря, что он не пошел в школу. Ну, то есть он перерос их. Да, то есть это даже то не в том, что он там... полгода старше. Да, он получился, да, их чуть это постарше. Это он сейчас придет в школу, дети будут маленькие, а он старше всех. Но он с ними же и пойдет так же. Но я говорю, он будет старше всех. Ну, немножко, правильно? Это просто они сейчас, он уже вытянулся, он повыше. Это же мальчик. Да, ну у нас есть и девочки, кстати, такие достаточно. Да. А мы вот, кстати, это мы миниатюрные, мы самый миниатюрный размер. Вот у нас такие 2-3 девочки в группе. Это тут маленькие, а все остальные гораздо больше. Ленка у меня. У нас Ленка вроде как и я. Карина даже у меня вот так. Ну вот да, есть маленькие. У нас Карина вот такая. А Лена уже 7, но она вот такая. В лес дятел вон, она долбил деревья. Конечно, сейчас в лесу уже не так красиво. Да, как было. Грязно. Я закладываю туши. Кто знает, как это извлечь? Так держу. И нормально. Чем в двух ушах тогда нормально? Пускаю, а потом начинает закладывать. То ли от насморка. Проснулась с диким кашлем сегодня. Это да, уж. Просто с диким. И сейчас уже приобрели. Это ну, просто шок. Ну, Сяша витаминка. Атаминка. Башка тоже витамин. Атаминка. Атамину. Башка, у тебя тоже там атаминка. Ой, вот откуда-то. Эту кружку взять. А ты где ее место? Вон. А-на-на-на-на. Расставляет посуденцию. Так вот. Вот. Скупили грудной сбор. Аскарил и витаминка С. Да, хотя у нас да, была, да. Но это бабушки посоветовали маленькую. Ну, пусть будет. В принципе. И так сойдет. Сойдет. Как говорится. Так говорится. Кошмар, как говорится. Будем лечиться. Вот я не знаю, когда выздоровим. Выздоровим. Чё? Ну, конечно, жуткий вечер уложилась, ничего не было. Ничего. А через 5 часов проснулась, и все есть. Через 5? Почему? Потому что я проснулась через 5 часов, и уже кашель. Причем лежишь, ты даже не понимаешь, что у тебя есть кашель. И только при подъеме у тебя начинается вот это... Мама! Пошла на дерево золотой желудь. Золотой желат. Ну, сейчас уже с альбутамолом попшикала. А, бикламетазоном попшикала. Сейчас заварим грудной сбор номер 4. А у нас новой нету еще такой. Вот такой? Да. Не знаю, мама, если нет, то нет. Ты была в магазине сейчас, ты же... И даже была в том отделе. Ладно, пока нет. Так, у нас есть новая вафельная. Настюш, Настя. Настя. Почему я пытаюсь твой писк перекричать? Вообще. У нас есть там еще вафельный, можно отрез новый это сделать. Есть. Вот. А
Олеся еще мокрая. Кашляю. Ужас. Вот можно сказать, прям на ровном месте началось все стремление. Никаких посылов-то не было. Сейчас заварю грудной сбор. Буду пить. Ой, пока присесть. Жарко в квартире. А в комнате вообще открыла два окна. Бровя дыбом. Вот. Солнечная сторона еще. Вообще, конечно, тут вот все закрыли где. Вот. Но все равно очень жарко. Ой, еще надо до Валбереса добежать. Там у меня блузочка, брючки пришли. Мелочевка всякая. Завтрак. Мой завтрак сегодня. Время 1:00. А я из этого ничего есть не буду. Не ешь из этого ничего. Сама говорит, съешь сначала, что у тебя есть. На, ешь. Ты помидорки хотела? Ничего. Сыр? Ничего не хочу. Бери вилочку и ешь, мой сладкий. Съешь мандаринку и присоединяйся ко мне. Хорошо? А, рыбка? А мандарин еще тоже. Давай, присоединяйся ко мне. Вот. Зато мы уже убрались. Смотрите, какой офигенный помидор, блин. Какое-то прям волшебство. На лучах солнышка. Потому что я такой голодный просто. И такой прям свет, да, полоса света. На омлете, видишь? Вот. Приятного мне.